Всем большой привет! Сегодня суббота, 18 июля, значит, сегодня я еду на фестиваль ВКонтакте. Меня пригласили в качестве прессы от компании Билайн. Едем немножко пораньше, чтобы собраться, нам расскажут, покажут, что и где будет происходить. Будет очень много различных площадок, как спортивных, как бьюти, по стилю. И, в общем, очень много-много всего будет. Много артистов разных выступать. Так что я думаю, что сегодня будет весело. А завтра, 19 воскресенья, будет также продолжение, но я уже не смогу пойти. Так что, если вам интересно, что происходило на фестивале ВКонтакте, то оставайтесь со мной. Так, я только что прошла контроль прессы. И вот, мы сейчас ждем всю нашу группу. И вот там контроль проходит. И это главные ворота соломенные. Вот так вот здесь. Народу там, посмотрите, куча. Просто огроменная очередь стоит. Кошмар. Хэштег стритгейминг. Этим можно сказать буквально, объяснить буквально все, что сейчас будет происходить. Друзья, новая религия, абсолютно новая культура игры. То, что сейчас произойдет на ваших глазах, называется стритгейминг. Это, условно говоря, когда несколько человек с планшетом в руках по сети сражаются в компьютерную игру. Все это происходит на беспредельно быстрых скоростях, благодаря беспредельно быстрому интернету Билайн. Выбирает свой автомобиль, который ему по душе. Ну и, конечно же, все автомобили, которые у нас в игре Асфальт 8 предлагаются. Это беспредельно быстрые машины, такие же беспредельно скоростные, как мобильный интернет Билайн. Марш-гонка началась на ваших глазах, буквально на большом экране мы можем смотреть за тем, как идет это состязание. Первый заезд, первый показательный заезд наших любимых блогеров и журналистов. Друзья, закончился. Турнир Асфальт 8 проходил на 4G скоростях от Билайн. В каждом городе мы выбираем лучших из лучших, но самое главное, что самое интересное, друзья, финалисты всех городов, чемпионы всех городов сразятся. Где бы вы думали, друзья, есть какие-то догадки? Это мощнейший город Дубай? Нет, к сожалению, а может быть и к счастью, друзья, город намного круче, намного спортивнее. Кто скажет, друзья, как вы думаете, какой город? Сочи, конечно. Кто сказал Сочи, друзья? Победитель отправится в город Сочи. Аплодисменты. Еще сегодня очень крутая погода, светит солнце, и только что меня узнали девочки, мои подписчики, было очень приятно. Это происходит редко, но все-таки приятно. Вот. Сейчас я все еще нахожусь возле стенда Билайн, у них достаточно большой такой стенд, вот, и поиграем в игрушки. Только что здесь закончился заезд, и сейчас начинается следующий. Как видите, пришли малыши-карандаши и тоже сейчас будут играть. Любой желающий может поиграть в игру Асфальт 8 на нереальных скоростях 4G. Здесь сейчас очень много всего проходит, мне даже глаза разбегаются, я даже не знаю, куда идти. Сейчас я пришла в более-менее тихое место, и спереди меня открывается шикарный вид в условиях сегодняшней отличной погоды. Я сегодня тоже такая в стиле Билайн, вся такая желтая. Вот, сейчас я вам покажу эту красоту парка 300-летия. И вообще я обожаю этот парк, с ним у меня связаны особые такие воспоминания, если честно. Но купаться здесь я бы вам не советовала.
чемпионов Nissan. Здесь ребята играют в волейбол. Мало народу. И здесь находятся стенды Nissan. Я не знаю, что они там представляют, если честно, новые какие-то марки или нет. Но, в общем, каждый занят своим делом. На каждом стенде реально интересно, и что-то происходит. Здесь очень-очень много еды. Ну, а я продолжаю гулять по парку. В общем-то, в принципе, я уже все посмотрела. Очень интересно. Все как-то пытаются развлечь аудиторию. И на самом деле весело. Я не видела пока никого недовольным. Поэтому здесь очень круто, ребятки. Мне понравилось. Так, я уже вышла с парка 300-летия. Да, этот козел меня чуть не задавил, простите за мой французский. Народу тьма, и с каждым, просто с каждой минутой ощущение, что его все больше и больше. Машин куча, припарковаться уже просто негде. Везде стоят полицейские. С безопасностью, кстати, тоже все в порядке. Всех очень тщательно, на мой взгляд, проверяют, так что все хорошо организовано.